Социальные предприниматели получают 50% скидку на налог на имущество. Законопроект, предусматривающий такой вид поддержки, был представлен в Сенате. Документ разработан по инициативе депутатов. В законе также прописано, какие предприниматели относятся к социальной сфере. В новом документе предусмотрены механизмы налоговой, финансовой и информационной поддержки социальных предпринимателей. Также им предоставляются гранты, организуются обучение, создаются специальные программы по ускоренному развитию. К разработке законопроекта также привлечены представители различных организаций.